Только один день, в первую субботу мая, сочинский цирк радовал Евпаторию добрыми шутками, незаурядными способностями умелых акробатов, жонглеров и силачей, а еще оригинальными выступлениями клоунов и дрессировщиков. Представления, проходившие в клубе санатория «Фемида», надолго зарядили зрителей энергией смеха и восхищения. К тому же цирковое выступление удачно вписалось в плеяду праздничных майских программ, подготовленных в рамках открытия сезона для горожан и гостей курорта. Еще до начала представления в фойе клуба развернулась ярмарка-распродажа цирковых гуделок, свистелок, волшебных светящихся палочек, пиратских мечей, шариков и других забавных игрушек. И уже во время самого действа малыши весело размахивались ими, приветствуя артистов. Не секрет, что современные дети – это требовательные, можно сказать, искушенные зрители, и добиться их расположения совсем непросто. И только благодаря искренности, настоящей силе духа и добрым шуткам, сочинцы смогли завоевать и до последнего номера удерживать внимание зала. Юные зрители не только наблюдали за происходящим на сцене, они искренне болели за каждого артиста и щедро дарили им свои аплодисменты. Наряду с традиционными, всеми любимыми цирковыми номерами акробатов, силачей и дрессировщиков, сочинский цирк, шагая в ногу со временем, порадовал мальчишек и девчонок оригинальным паркуром и лазерным шоу. Необычной оказалась и акция с розыгрышем подарков. По результатам лотереи везунчики получили диски с мультиками, большие пакеты с мороженым и даже сотовые телефоны. Всем от мала до велика пришлась по душе игра с огромными шарами. Веселые клоуны бросали их в зал, а зрители радостно перекидывали друг другу и обратно на сцену. А из номеров с животными больше всех запомнилось выступление медвежонка. Вместе с наставником он не только продемонстрировал свои олимпийские достижения в спорте, но и отлично исполнил детскую песенку из мультфильма про дружбу. Можно сказать, что дебют российского цирка на нашем курорте удался. И как оказалось, в солнечном городе Сочи, так же как и в солнечной Евпатории, любят веселый, задорный и добрый цирк. Так что евпаторийцы будут с нетерпением ждать новых встреч с сочинскими артистами. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один.
Точно, точно. Шарик держи. Начали. 10, 9, 8, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поэтому усложняем трюк. Плюшка, ты где? Здесь, я здесь. Ага. Так. Ага, ручки на месте. Начинаем отсчет.
Янка Лиза под руководством Александра Невского. Восточная красавица Латифа. У нас идет шоу-тур по всем городам. И Феодосия, и Ялта, и Керчь, и Севастополь. По всем городам. И Евпатория в том числе. Цирк существует на протяжении 15 лет. Цирк называется «Сочи и компания». Артист из Краснодарского края. Сам я лично из Пензы. Евпаторию мы приехали первый раз вообще, первый раз в своей жизни, да. Понравилось, очень хороший публик, очень хорошо принимает.